Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, братья и сестры. Сафар уль хайр. Сегодня последний день Мухаррама, иншаллах, по местному календарю. В других местах он мог начаться вчера или начнется завтра. Но здесь он начинается сегодня. Месяц Сафар уль-Хайр наступает после Мухаррама, хорошего месяца. Месяц Сафар немного тяжелый. И для того, чтобы он был благим, наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, добавил слово «аль-Хайр». Благо, польза. В этом месяце скрыта мудрость Аллаха Всемогущего. Для того, чтобы помнить об Аллахе, мы должны читать 3 раза шахаду и 70 раз астагфируллах каждый день. Мы должны увеличить нашу садаку в течение этого месяца, потому что садака предотвращает несчастья и беды, а также продлевает жизнь. В хадисе нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказано, что судьбу можно изменить к лучшему только при помощи дуа и садаки. Судьба — это таинство Всемогущего Аллаха. Не нужно пытаться раскрыть эту тайну или спорить о ней. Наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил нам спорить об этом и указал на хороший путь. И этот путь — делать дуа и давать садаку для того, чтобы с нами все было в порядке, иншаллах. Мы не должны забывать давать садаку, будь то Сафар или любой другой месяц. Лучше всего давать садаку деньгами, сделать коробочку и класть в нее деньги. Тем, у кого нет денег, наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, что даже если убрать камень, стекло или любую грязь с дороги — это будет садака. Каждое доброе дело является садакой. Но для того, чтобы это сделать, по крайней мере, вам нужно выйти на улицу и походить по окрестностям. Поэтому лучше всего делать коробку для садаки дома и ежедневно класть в нее деньги, а затем отдавать их бедным. Это может быть любая сумма денег, это не важно. Что важно, так это положить садаку, чтобы защитить своих детей и себя. Кладите больше в течение этого месяца. Не забывайте об этом и в другие месяцы. Но этот месяц немного тяжелый, а с садакой эта тяжесть уйдет, и он станет благим для вас, иншаллах. Пусть будет благословенным этот месяц Сафар. Есть и другие вазифа, их нужно тоже делать позже. Но прежде всего мы должны делать это. Есть аят для защиты и другие вазифа. Повторяйте их как можно чаще. Но самыми важными являются эти две вещи — садака и истигфар. Пусть Всевышний простит нас и проявит милость к нам, иншаллах. Пусть Он защитит нас, иншаллах, все будет хорошо. Ва мин Аллахи ат-тауфик аль-Фатиха.